Привет всем, меня зовут Том. Сегодня мы продолжим играть в Underhill. Ребят, мы остановились на том, что вот мы с этими чуваками встретились. Они нам дали задание, вернее, вот эти вот чуваки. Ну, что-то они нам сказали сделать. Нужно вернуться и проверить двери по пути в крыло Г. Г или G? Я не знаю, скорее всего G, но просто перевели как Г. Окей, нам по-любому нужно, наверное, в какую-нибудь ту сторону. Ну-ка, вернуться и проверить двери по пути в крыло G. Ну... давайте, ладно, пойдем сюда. Я не знаю, правда, куда идти. О, щит. Кантин, столовая. О, щит. А, это... окей, это наши. Это наши чуваки. С ними все спокойно. Это... кто это? Это я не знаю, что за чел. И это тоже, я не знаю, это Шарлто Копли. А это... пофиг. Дензель Вашингтон. Окей, ладно. Так. Морг. Еще раз, нужно вернуться и проверить двери по пути в крыло. О, твою мать. Говно. Лежать. Так, уже бегут. Уже бегут, я слышу. Ты чё такой, блин, непопадаемый? Нужно вернуться и проверить. Ну ладно, я просто... а, вот, вот-вот, окей. Фонарик, я думаю, лучше отключить. Дружище, держи тебя в хэд. Так, вот они, двери. Я думаю, лучше сделать это по-быстрому. Эти двери должны быть открыты. О, о, а, тут кто-то есть. Нифига, как он без рук меня атакует. Ты чё, издеваешься, что ли? Посмотрите на него, ребят. Он без рук, и он меня атакует. На, держи тебя в хэдшотину. Да, и такое тут бывает, и такое бывает. Так, одна из четырех дверей есть. Ой-о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 й. Что это? Ох ты, ребята, патроны-то не резиновые. Так, давайте по-быстрому просто долбанем его. Патроны-то не резиновые, ребят, патроны. Так, эти ворота должны быть открыты, хорошо. А, я их открыл еще до этого, понял. И вот эти двери, я тоже эти двери... а, должны быть закрыты, какого хрена тогда? Хорошо, сейчас закроем. Все будет у нас круто. Как раз два рычага, которые закрывают две двери. Раз. И два. Все. Нужно вернуться и проверить... а, нужно вернуться к Мэтью и... а, чтобы выключить питание. Хорошо. Погнали к Мэтью. Нортвинг. Так, 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 так. А где Мэтью? Нужно вернуться к Мэтью, чтобы выключить питание. Стоп. А, да-да-да, все, окей. Просто возвращаемся так же, как мы и пришли. Офисы. Да, теперь направо. И вон туда вот прямо. Не такая уж сложная задача перед нами стояла. Но это, я думаю, только начало. Сейчас будет вообще жопенция. Так, не понял. Охренеть, звуки. Угу. Так, вот он, морг, да-да-да, все, нам сюда, нам сюда. Кантин. Быстро мы выполнили задачу поставленную и вернулись к себе. Ну-ка, ну, нужно ему сообщить, что все, все закрыто, все окей. Сейчас нужно, видимо, будет отбиваться от этих зомби. Да-да-да. Ух ты! Окей, а там что-то есть? Это рычаг, что ли, такой? Ой-ой-ой-ой-ой, да это же топор Чили! Ни хрена себе! Да сейчас мы будем просто рубить всех в капусту, ребят!
Офигеть, это же топорик. Так, сейчас мы отрубим питание. Это он сказал, когда будете готовы. Типа, когда будешь готов, Джейк, отрубай питание. Хорошо. Нужно вернуться к Мэтью, чтобы выключить питание. Это мы уже сделали. Сейчас мы похаваем, я думаю, с вами. Восстановим свое здоровье. И уже на... Почти. Почти с полным здоровьем будем убивать зомбарей, которые будут сюда бежать. Держи. Есть. Нужно сдержать... А, надо сдержать их, пока не будет пора идти. Что? О, вот и они. Вот они. Война началась, ребят. Заварушка. Говно, лежать. Падла. Сволочь, бать твою. Лежать, говдо. Говдо. Это ты охренела, что ли? Нет, слишком их много, слишком много. Я немного отойду назад, пусть лучше их убьют, чем меня. Эй, ты... Говно, такое чувство, будто он... Ни хрена себе, тут конечности летают, ребят. Конечности просто, просто летают, офигеть. Так, куда? Нужно держать... А, надо держаться с Мэтью. Оу, что за лаги? Ну, FPS, давай, расти. Черт тебя дери, FPS. Так, все, вроде прошло. Не знаю, может какая-то загрузка была. Нужно держаться рядом с Мэтью. Мэтью, подожди, куда ты побежал? Господи, очень быстро. Он бежит очень быстро. Подожди, Мэтью. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, понятно. Забегаем, забегаем. Да бежу. Бежу за тобой, Мэтью. Господи, какие подлагивания. Лежать, падла! А, это... Я думал, это я его убил. Ни хрена, как это? Дензел Вашингтон тут оказался. Черт, черт, черт. Бежим дальше. Да бегу, я бегу. Офис, этот за нами? Да, этот за нами. А где Вашингтон? Где Дензел? Черт возьми, Дензеля нету. Так, а тут мы были, тут везде мы выключали все эти фонари. Ой, в каких, блин, фонари? Я просто в пылу сражения херню несу. Здесь мы вырубали генераторы, конечно же, ходили. Закрывай дверь, закрывай. Давай быстрее, беги быстрее сюда. Уйди, дебил! Ты что творишь? Ты больной, что ли, совсем? Ой, больной. Ой, ублюдок. Что он делает? Кто-нибудь объяснит мне, что он делает вообще? Серьезно. Да? Ладно, пусть он их отвлекает, а я убью по одному их. А, черт, они еще и на меня нападают. Вот говномеса. А ты чё стоишь, дебил? Твоего друга бьют, а ты стоишь. Ты дебил? О, нихрена, как он бровями шевелит. Круто. Вообще, что тут происходит? Давайте попробуем выяснить это. Как вы думаете? Тут происходит полный пипец. Все больше и больше, конечно, так, давайте попробуем загрузить. Ладно, в общем, давайте встретимся здесь же. О, ребят, все, добежали. Блять, блять, патронов нет, я пустой, я больше не могу, я просто... Вдохни поглубже, ты же в безопасности, у нас получилось, просто идем дальше, ясно, думаю, все рано, пошли нам... Пора. В общем, ребят, добежали мы до сюда. Плюс я еще подобрал автоматик с трупа нашего, ну, чувака вот этого вот. Нашего друга-охранника. Я подобрал у него автомат. Ну, значит, он умер не напрасно, для того, чтобы я автомат мог подобрать. Окей. Ладно, в общем, бежим мы дальше. Контрольная точка. О, нифига себе, он танцевал только что. Так, все, вроде как мы в безопасности. Давайте послушаем диалоги.
God damn it, Junior! Hey, can anyone hear me? Guys, are you there? Brian! Sorry, mate, I swear, I just turned around. Junior, gone. Hey, what the fuck was that, man? You're sneaking out like a goddamn thief. Ой, дебил, блин, конченый. Man, you have no shame. Shut the fuck up, man. God damn it, I had to sneak off like that because I know you were gonna act like my fucking shadow again. Man, get out of here. Go back to the security room. I'm not going in there if you're going. Uh-uh, not going. Oh, yeah? Well, then you get your ass back to the security room. How's that? And I'm going up in there. Hey, guys. I'm sorry to interrupt, but I'm really tired. I haven't slept in days. I haven't eaten since this morning. And I'm all out of bullets. So, wherever your control room is, I'd be really happy to go there. Heard the man, Junior? He wants you to take him to the control room. Bullshit! No, that's not what I said at all. If you could just point me in the right direction. Junior, listen. I can't focus if you're next to me, man. How many times I told you that? In the Rangers, it was the same thing. Why do you think I went private? I can't fight if you're next to me. So now, you're gonna escort this tired and hungry man back to the control room and make him some tortellinis. I swear that when I come back, we'll play some poker or something, man, alright? How's that? He's just trying to get rid of me, man. Yeah, exactly. I know it's either you go back with him, or we go back, the three of us, because I ain't leaving you go down there. And if we're going back to that control room, know what that means? It means poor Matthew and Jake here are gonna be alone down there, with no radio or support from Terry and Ben. Do you really want them to die so badly? Is that what you want, huh? You want me to leave them alone? No, I don't. You know what? Fuck you, Brian. Fuck you, man. You get over here. Thanks a lot. Thank you. Yeah. Just shut the fuck up and eat my tortellinis, bitch. I'm the fucking tortellini master. Oh, yeah, he is, man. He's the total tortellini master. For Brian, real. Brian, you shut the fuck up too, man. All right. Off you go. Окей, король тортеллини. Брайан, зачем ты так со своим братом? Он ведь взрослый чувак. Сам сможет за себя постоять. Hey, look. Found a radio. Oh, well, ain't you one lucky bastard? Ben, can you read me? Hi, Matthew, yep, I hear ya. What's up, what did you forget? No, nothing. I just found a radio. Wanted to see if it worked. Oh, and, expect somebody to knock on your door. Видимо, нам сейчас с Брайаном нужно будет идти за этим чуваком. We're gonna need more space, so we're packing up to get to the second level. We'll leave the gate open for you guys. All right, is there any news from Malcolm? Did he try to open the door yet? Does it work? He's on his way. I'll let you know. Well, no reason we should wait for his response. But we can try it ourselves. Да, видимо, мы сейчас втроём пойдём туда. Merry fucking Christmas, everybody! Uh-oh. Oh, crap. Что такое? After you, Mr. Johnson. Oh, no. After you, Mr. Porter. You open the door for me. I insist. You go first. No. I insist. Да идите в жопу, я пойду первым. Looks like he goes first. Да, я иду первым. Все, погнали, тупицы. Развели здесь детский сад, черт возьми, здесь зомби бегают, а вы... Так, может... Мне нужен этот шлем. Что? Три переключателя слева на... Так, о, аптечка, хорошо. Сохранение. Джейк Хокфилд. Хокфилд. Черт возьми, мне нужен твой шлем. Голова, давай, ломайся уже. Похер. Слева направо. Переключатели слева направо. Ага. Загрузка. Видимо, сейчас дверь откроется. Открылась? Нет, не открылась.
И последний рычажок. Мне надо быть с ними. Все окей. Ой-ой-ой, да это же... Это же самая главная хреновина. Ну, то есть нас сюда привезли. Вот здесь эта вертолетная площадка. Clear. Clear. Everything feels so quiet. Every electronic or mechanical system is shut down. Elevators, ciphers, and neon lights. It makes sense. It's so quiet. I can't even see the ceiling. Ben, do you copy? We have successfully entered the core. Lost in an abyss. Капец, это самый центр, вот самый-самый центр этой базы. I'm opening the access now. What the fuck was that? Malcolm, what was that noise? I don't know. I've been hearing banging and screaming from the high security block access for a while now. О, как мне это не нравится, а? Черт возьми, как... Охренеть, Малкольма больше нет. Malcolm, hang in there. Brian, get ready. Так, готов? Чисто! Clear. Clear. Чисто, чисто! What the fuck was that? What happened? Is he alive? Negative, Terry. Malcolm is... he's dead, boss. Охренеть, это вот здесь. Точно, он тут был. Are we going to chase that thing into the east wing or what? Negative. There's nothing we can do for Malcolm. He couldn't have survived after losing all that blood. Going after whatever killed him will be a waste of time and ammunition. We need to stick with the plan. Да, ты прав. Jake? Let's go. Clear. Should we take the elevator? Чисто. I'll take the stairs. Roger that. Ну, вообще я тоже за лестницу, на самом деле, потому что это очень опаснее. Опасненько как-то на лифте спускаться. Whoa, о, да тут поезд, блин. Ben, Terry, there's a train here. Where does it lead? It's a train. Охренеть. Train? Ma, I know what you're thinking. Forget it. It would be stupid. This train is remotely handled. Ой-ой-ой, я не хотел. Какого хрена? Чертова мышка, блин. Ох, я ж сам пересрался. So, wait a sec. This actually leads to the surface? It's how they transport material and workers straight from the surface down to the maintenance area. There's only a few people allowed to use this train. It's how they get all the supplies for the week down to the bottom floors. Hey, was that a gunshot? Yeah, it was. We're at the shooting range. We found some weapon stashes and Junior and Eric are wasting our ammo. Guys, stop it! Right, so you guys just keep heading down to the generator, okay? There should be a lift nearby, according to this thing. Roger that. Все-таки на лифте, да, нужно? Но не на том, на котором мы были, который мы видели, точнее. Так, нужно все обшарить. Карта. Для чего тут карты? Охренеть. Так. That's the lift. Looks like it. Hold on. Matthew? Damn it. Ну, что такое? Ben, the lift is a no-go. Any other way to get down there? Let me see. Right, there should be a maintenance access near the lift, okay? But you'll have to take the stairs, and I wouldn't recommend that. Unless... Okay, I've got an idea. Ну конечно, всегда есть мысль, которая нам не понравится. Всегда есть мысль, которая никому не нравится. Черт возьми. Есть идеи, как открыть? Смотритесь, найдите переключатель, чтобы открыть эти двери. Ребят, я, наверное, думаю, что мы тут с вами закончим, потому что серия уже длится около 20 минут. Чтобы вам было интересно, чтобы вы не уставали, я буду примерно по столько серий делать, а не по полчаса, не по 40 минут, как у некоторых. В общем, ладно, ребят, с вами был Том. Надеюсь, что вам понравилось. Подписывайтесь, если вы здесь впервые, ставьте лайки, комментируйте. Ты куда пошел, блин, черт тебя дери. А, он смотрит. Окей, осматривается. В общем... All
мне надо быть с ними. We're going in through the maintenance access. I hope you know what you're doing. Yeah, me too. He did not just say. Let's go. Так. В общем, до следующих видео, ребят.